Ребят, всем привет! Настало время показать нашу съемную квартиру в Китае. Мы сейчас находимся дома, маленечко прибрались, и это как раз то время, чтобы показать квартиру. Сейчас я нахожусь в подъезде, мы живем в частном доме, четырехэтажное здание. Первый этаж занимает мама хозяина, второй этаж полностью занимаем мы, и третий, четвертый занимает хозяин сам, он живет со своей женой. Также есть крыша, мансарда, да, как правильно сказать. Там можно пожарить шашлыки, в общем, провести какой-то такой открытый отдых, так сказать, на открытом воздухе. Чуть позже, после обзора квартиры, мы поднимемся, я покажу. Ну а сейчас пройдемте. Вот такая у нас дверь огромная, железная. И начнем с прихожей. Здесь мы решили купить вот такую мебель в прихожую, чтобы можно было удобно положить обувь. И мы маленечко ее переработали. Здесь были полки. Мы их убрали и сделали штангу. Теперь мы будем вешать туда вещи. Ну, в общем, здесь самые необходимые вещи. Каски, ключи, сумки и так далее. Здесь кухня. Мы здесь кушаем. Это кухонная группа. Все цены я наложу, потому что сейчас вспоминать, сколько чего стоит, проще потом при монтаже наложу цену, в общем, вы увидите. Вот такая мебель из массива, это мы уже купили на Taobao, чтобы не портить покрытие. Очень тяжелая, хорошая мебель, вы ее уже неоднократно видели в наших видео. Вот, мебель, здесь мягкая обивка, ну, конечно, я маленечко погорячился, нужно было все-таки кожу выбрать, потому что... Дети есть дети. Так, что еще можно сказать? Очень тяжелое, все массивное, и я считаю, что недорого. Все это обошлось. Это Катина искусство, она тут рисовала. Это нам подарили китайские подписчики. И здесь находится такой, что-то вроде как балкона. То есть, ну, технический этаж или как, я не знаю, в общем, технический уголок. Здесь, в общем, стирка у нас сейчас идет. Это сушка для белья. На юге Китая очень влажно, и поэтому частенько приходится пользоваться вот такими штуками. Там внизу фен, и вешается белье внутрь, и это чтобы быстро все сохло. Техники никакой в доме не было, это мы все купили. Машинка стиральная 1700, вот жена подсказывает. В общем, здесь было все пусто. Ребята, все, что вы сейчас видите, это все мы поставили. Были только шторы, мы, кстати, хотим их еще поменять, но это, я думаю, в будущем. Вот, стиралку купили, я считаю, что 1700 недорого, купили такие стеллажи, здесь лежат всякие вещи, инструменты, в Икее купил вот такой вот набор с дрелью, вообще прям шикарно, очень помогло собирать мебель, и много-много всякой постирки, гироскутер и так далее, гладильные доски, и хозяин нам прикрутил вот такую штангу, мы вешаем здесь белье, дом, да, дом рядом, везде решетки, это так китайцы строят дома. Частные дома. Очень близко, видимо, земля очень дорогая, поэтому... Ну, конечно, навалено здесь, лежит полки с Икеей. В будущем, я думаю, мы их прикрутим. Также лежит кровать, которую мы первый раз купили. В принципе, недорого. Если кого заинтересует и кто находится в Гуанчжоу, могу продать. Стоит недорого, где-то 600 юаней отдам. Она новая, практически не пользовались. Чуть позже расскажу о ней. Так, что еще? Все. Здесь все. Это так вот все закрывается. Шторки мы сделаем красивенькие и будет симпатично. Там шуршит, стирается. Пройдем на кухню. Вот такие железные двери. Вот. На низ я приклеил резинку, чтобы с кухни запахи никакие не шли. И приклеил резинку здесь. Очень большая щель была, чтобы никакие насекомые не ходили. А также обклеил по периметру резинкой. Все это купили на Taobao. Дальше. Кухня, конечно, своеобразная, как будто она, может быть, не понравится, но она очень функциональная и нам нравится своей функциональностью. Как вы можете видеть, вот такие стеллажи мы купили везде, по всей квартире они стоят, они очень удобные, открытые, так как здесь сыро, ничего не плесневеет, не парится и так далее, все дышит, так сказать. Хозяин купил нам холодильник, это наша, это мы купили, микроволновая печь, редко пользуемся. Этой больше всего пользуемся, печка. Печки, к сожалению, у них как-то не в обиходе, поэтому вот такая вот, не очень хорошая. Здесь
стряпали девчонки что-то. Лена у нас была в гостях. Они тут стряпали. Здесь такая печка, хозяин нам выдал. Газа нету здесь централизованно. Баллоны. Баллонам хватило на 3 месяца. Что еще? Ну, крупы, все, вот, все пошло вниз. Здесь купили такой стеллаж. Стеллаж очень дорогой. 800 юаней примерно стоит из нержавейки. Но посмотрите, какой он функциональный. Вся посуда лежит, сохнет очень удобно. Два таких стеллажа. Маленечко чуть подприбраться, конечно, и будет шикарно. Также есть здесь туалет. Мы им практически не пользуемся. Все такое, в общем, необходимое, чтобы убраться дома. Горшок. Водонагреватель. Водонагреватель включается здесь удобно. То есть, если решил помыть посуду, включил, и вода нагревается. Можно помыть горячей водой посуду. Это вентилятор включается. Вот. Вот такая кухня. Дальше идем. Здесь дети у нас делают уроки. Здесь так решилось, что все-таки им удобнее будет здесь. Хотели сделать, чтобы они уроки делали в своей комнате, но решили, что там места мало, и здесь им будет комфортнее. Здесь Вероника делает уроки, здесь Полина делает уроки. И наш учитель сидит по центру, смотрит за одной и за второй. Чуть позже, может быть, мы заснимем видео, как они делают уроки. Я думаю, будет интересно. Такие столы мы купили на Taobao, очень дешево. Пришли они некачественные. Продавец решил не менять нам. Вот, поэтому мы решили не заморачиваться, оставили, короче, в общем, так на первое время. Этот, главное дело, стол хороший, а этот поцарапанный пошел. Так, дальше. Прихожую я уже говорил про нее. Качество не очень хорошее, к сожалению. Но ничего хорошего в Икее и в Фашане я не нашел. Именно для прихожей вот такого плана. Хотелось что-то такое воздушное, чтобы не закрывало границы именно зала. Но чтобы она несла функционал, чтобы можно было повесить вещи, какие-то ключи. Это покупалось тоже все вместе в Фашане. Это функциональный диванчик. Полечка, встань, пожалуйста. Тапочки. И можешь в стороночку отойти, я здесь сниму. Вот. Этот диван покупался в Фашане. Цена его 2000 юаней всего. Мы за функционал, ребята, поэтому как бы надо было купить именно данный вариант, потому что можно было, конечно, угловой купить, не раскладной и так далее, но мне нравится, когда из дивана можно выжать по максимуму, не только посидеть, но можно и полежать, и поспать. Сейчас я вам покажу, как он раскладывается. Убираются вот эти подушки очень мягкие, и здесь вот такой вот рычажок вытягивается, нижняя часть на роликах, и там уже, кстати, постель лежит. И опускается вот эта часть. И очень много места. Я с ростом 1,90 м, 1,89 м влазю спокойно. Убирается тоже это все легко. Раз. Задвигается до щелчка. Подушки вкладываются. И отлично. Все, красивый диванчик. Цвет ткани я выбирал сам. Так, такие столы мы купили в Икее. Очень дешево, около 40 юаней, что ли. В общем, я укажу цену. Хозяин нам поставил кондиционер вот такой большой. Очень хорошо дует. И в жаркие дни мы включаем только его. И в спальнях своих не включаем кондиционеры вообще. Потому что он справляется полностью, охлаждает комнату. Здесь вот такие вот шторы. Там тоже уже соседи. Вот, поэтому практически всегда они зашторены. Что еще? Что еще? Здесь мое рабочее место. Здесь я монтирую и все остальное делаю. Здесь Катя работает. Сейчас Вероничка работает. Вот, такие стулья, кстати, мы покупали тоже в Фашане. Очень клевые. 525 юаней один стул стоит. Очень шикарный. Показываю, как он работает. Щелчок, и можно прям лечь полностью. И с моим весом где-то 110-113 килограмм шикарно выдерживает. Можно прям поспать на нем. Так, щелчком. И, ну, вверх-вниз. То есть на таком стуле реально удобно работать, и спина не устает. Клевый стул. Пойдем дальше. Обитые они вот такой кожей.
Не знаю, натуральная кожа или нет, но на ощупь очень приятно. Так, здесь что еще? Здесь скатин стул. Взяли, решили взять такой же стул. Это мы взяли тоже в Икее. Красивая лампа. Оп, вот так она загорается. Здесь мы, в общем, купили обувницу, тоже в Икее взяли и приклеили ее к стенке. Все, и там обувь наша очень удобная. Вот таким образом открывается. Очень удобно. И пройдем в нашу спальню. Здесь наша спальня. Двери, конечно, вот такие вот он старые поставил. Не стал, видимо, заморачиваться. Здесь встроенная мебель. Она была. Эти шкафы. Купили также шкаф детям и нам. Вот такой большой. Мы их купили в Икее. Шикарные шкафы. Сами собирали. Качество обалденное. Вообще здоровское. Сделали вот такие выдвижные ящички. Здесь лежит наша постельная. В общем, все подкатные. Все клевенько вообще. Мне нравится. Здесь также соседи. Шторы, кстати, нам вот эти нравятся. Мы их оставим. Здесь соседи наши. Поэтому вот так вот все зашторено. И наша кровать. На ней реально удобно спать. Матрас покупали тоже в Ашане. Матрас очень шикарный, мягкий. Так, вот такие решеточки здесь. И это, кстати, солнечная сторона. Здесь у нас открытое пространство. То есть виднеется солнце, так сказать. Сразу же здесь находится туалет. Здесь такие прям пульты управления целые. Здесь, кстати, вот это водонагреватель включается, это свет, это вытяжка там. Так, вот такая вот ванна. Мы ей не пользуемся, ребят, поэтому она в таком состоянии. Здесь я бреюсь, вот. Иногда туалетом пользуемся. Здесь вот водонагреватель. В каждой комнате, в смысле в ванной, стоит водонагреватель. Этим мы не пользуемся. Может быть, здесь в будущем поставим ванну большую. Будем купаться в ванной. Пройдемте дальше. Так, детская. Здесь тоже такой пульт управления. Вот этот ночник. Он чем удобен? То, что он выключается в углу этой комнаты. То есть здесь подразумевается, что здесь будет, видимо, кровать стоять. И когда ты лег, раз, 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 выключается свет. В принципе, удобно. Здесь мама решила разместить детскую галерею. Это все дело приклеено, не прибито на гвозди. Обогреватель. У нас таких три штуки. Пользуемся только одним. Два лишних, получается. Кровать. Двухъярусная, шикарная кровать из Икеи. Купили мы ее, потому что... Поменяли именно на эту, потому что здесь борта очень высокие. И кровать выполнена все-таки покачественнее, чем... Ну и цена, соответственно, отличается. Та кровать, которую я показывал в начале видео, стоит 600 юаней. Это стоит 1500 юаней. Это кровать из Икеи. Полина пользуется верхним этажом, Ника нижним этажом. Встроенный шкаф. Здесь, возможно, колонна идет. И хозяин решил здесь поставить встроенный шкаф. В принципе, удобно. Мы им пользуемся. Он забит уже всякой фигней. Надо, конечно, разбирать. Здесь софтбоксы. Мы иногда снимаем домашние какие-нибудь... посиделки, и света надо много. Здесь кухня детская, шторы. Шторы вот эти красивые. Здесь соседи сразу же, раз. Шторы вот эти нам нравятся. Дальше. Что еще? Стеллаж. Опять стеллаж. Очень удобно. Все лежит. Все игрушки, все там. Там, кстати, два обогревателя. И это тоже солнечная сторона. Везде решетки. Кондиционер. В каждой комнате кондиционер. Так, что еще? Ну, вот такая вот детская комната. Вот. Это внизу плитка под паркет. И шкаф. Купили мы детский шкаф. Очень большой, функциональный. И разместили именно штангу, чтобы дети дотягивались. То есть, именно измерили, сколько им надо. Форма детская. И вот такой вот. Все на доводчиках. Ванная комната. Мы ей пользуемся все. А, кстати, забыл сказать. Свет очень прикольный. Двумя нажатиями меняется яркость. Именно тепло, холод. Вот, смотрите, сейчас холодный свет, да? А вот теплый. Можно средний и можно вот холодный. То есть, я не знаю, это задумка была хозяина, видимо. Очень удобно. Так, ванная комната. Пользуемся мы ей все. Это получается водонагреватель включается. Вечером мы включаем. И это вытяжка.
Так как здесь влажно, я уже говорил, надо именно проветривать все эти комнаты. И мне нравится в Китае ванны, то, что здесь есть окна. Это реально круто, удобно. Помылся, открыл, и все это дело, чтобы проветривалось, сырость не стояла. Дальше, что еще? Здесь умывашки наши, здесь полотенцесушители, это я тоже из Икеи купил. Что еще? Много, конечно, товаров с Таобао купили. И вот такую вот душевую мы купили. Душевая стоит недешево, 1300 нам вот эта стена обошлась. Нам пришлось ее купить, потому что все здесь брызжет, мокро, и поэтому нам пришлось это купить. Всю мебель мне помогла купить одна женщина, которая живет в Фошане. Зовут ее Валентина, и она, в принципе, может помочь с приобретением мебели. Большую часть мебели помогла она приобрести. Кое-что мы купили из Икеи и с Таобао. Вот. Ссылка в описании. А сейчас пойдем перейдем на крышу. Тебе нравится наша квартира? А что тебе нравится? Все. Все нравится? Мама, тебе нравится квартира? Да, она удобная. Мне самое главное было то, что она новая, не пошорканная такая. Ну, в принципе, все красиво и все удобно. Угу. Мне все устраивает. Ну и то, что теплые отношения с хозяином у нас. Да, и мне нравится, он нам во многом помог. Помог найти учителя, он так хорошо к нам относится, приглашал нас на праздник. Что-то вкусненькое они приготовили, там нас угостили. Ну мы тоже, конечно, их не забываем, угощаем. Угу. Да, мы, кстати, готовили пельмени, тоже их угощали. Тортом угощали. Тортиком угощали. Вот так вообще мне нравится отношение с хозяином, и нравится квартира наша, угу. Что она новая. Угу. Полюша, что? Тебе что нравится в нашей квартире? Тебе вообще квартира наша нравится? Да. А что нравится? Хозяин. Хозяин нравится? Угу. А какой он? Добрый. Добрый? Ну это, ну и здорово. В общем, да, ребята, нам очень нравится наша квартира, потому что она действительно новая. И то, что у нас теплые отношения с хозяином, он нам постоянно помогает, чтобы мы ему не сказали, у нас газ закончился, у нас бензин там закончился в мотоциклах. Он нам всячески помогает, приобретает, помогает. В общем, за это ему большой респект, конечно. Здесь живет хозяин. Это третий этаж. И вот, кстати, чем выше поднимаешься, тем светлее. Это четвертый этаж. Здесь, конечно же, наставлены всякие вещи, потому что подъездом пользуются только он и мы, и все. Так, вот крыша. И стоит везде видеонаблюдение на этажах и по периметру дома. И вот эта крыша, в принципе, в общем пользовании, так сказать, мы можем тоже пользоваться. Вот эта сушилка. Здесь можно повешать белье, высушить на солнышке. Но мы сушим, как правило, дома. Здесь у нас только прудик. Вот. И что еще? Здесь огород у него, что-то посажено. Он мне даже показывал, говорит, можно, говорит, подойти, говорит, сорвать и есть. Не знаю, что это такое, это может быть шпинат. Кстати, удобно, здесь есть кран, вода, можно помыть руки. И пожарить здесь шашлычки, ребята. Надо будет как-нибудь сделать, надо будет намариновать мясо. И пожарить шашлык по русской схеме, так сказать, и угостить нашего хозяина. Здесь, конечно, вот то, что плохо, что стройка. Здесь стройка сейчас началась. Маленечко пыльно. Единственное, это из минусов. Ну и все, ребята, на этом хочу обзор закончить. Если вам было интересно, приятно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Увидимся.